Красноярские водители нашли еще один способ, как добраться со Студгородка до 4-го моста. Это видео нам прислали наши телезрители. Пробки на Копыловском мосту и в центре теперь смекалистые автомобилисты объезжают по крутому склону возле жилого комплекса «Орбита». Дорога плохая, гравийка, но очень сокращает путь. Добраться до переправы отсюда можно буквально за 5 минут. Сотрудники ГИБДД говорят, запрещающих знаков нет, значит, ездить там можно, но не рекомендуют использовать этот вариант зимой и после ливней.